Привет, друзья, на канале Мистер Роб. Вот что у нас получили с нашим динозавром лицом. Посмотрите. Да, смотри, они выросли. Видели, чуть-чуть выросли. Да, чуть-чуть. А у меня больше выросли. Да. Так, достань и чисто в воду. Давай. Достань аккуратно. Да. Посмотрим, они сколько выросли. Кстати, прошел 2 дня. Да. 5 дня. Ух, почему такой? А мне такой. Да. Они как пушистые. Да, оставь. Оставь, пусть они это вырастут. Да. А завтра посмотрим, посмотри, сколько. Посмотри, какие мягкие. Посмотрим завтра, что у нас получится. Да. Хорошо? Да, прикольные динозавры. Угу. Смешные. Как они... Грушечные. Нет. А как они там... Как резина. Получилось, друзья. А получилось... То есть, динозавры уже вверсты. Да. Ну, покажи. Давай, доставай. Я достал. Возьми, это твое. Это мое. А знаешь, как называется твой? Нет. Гигантозавр. А Мичули? А у Чули называется Стигозавр называется у Чули. Мой сильный. Да, твой большой. Они оба травоядные, прикинь. Только траву едят. Они очень мягкие, прикольненькие. Да. Остро чат. Смотрите, они какие мягкие. Да. Как резина? Поставь, посмотрим, как он выглядит. Да, да. Ух ты. Осипи, папа. Смотри, какой у него щель длинный. Да. Длиннющий, хвост длинный. Да? Как большой динозавр у меня. Да. Ша. Дюля, дай посмотрим. Давай посмотрим. Да. Вот так. Ты как бандизабр. Да. Вот так. Видишь, у меня на спине шипы какие. Да. А меня нет. Да. Потому что такие динозавры... У него на хвост, смотри, на хвостике какие шипы. Да, потому что эти очень много еды съели. Траву ели. Так, ну, хвостик торчал. Какой мягкий и прикольный. Они, а потому и они что... выросли такие огромные. Вообще, мое сильное, а мизюль просто сильные, сильные фрукты. Что нравится динозаврике? Ставьте лайки, нажмите красную кнопочку. Пока-пока. Пока-пока. В следующий раз будь большим кидом с сюрпризом такими. Капа-капа. Капа. О, пошел мой динозавр убегать.